действительно, у примаров зарплаты очень низкие. Но 3500 сегодня руководитель, который руководит городом, где куча уйма проблем, я считаю, что это мало. Это вообще зарплата ничтожная личного руководителя. За такие деньги, я вам скажу, кто будет работать в таком большом городе и приводить порядок, когда зарплата, ну, скажем так, учителя получают в два раза больше. Поэтому я считаю, что это решение правильное. Но с одним условием, я еще раз говорю, что если действительно он сработал хорошо, почему бы нет? Почему бы нет? Если примар получал бы 5-6 тысяч лей, я бы сказал, что, ребята, зарплата у него нормальная, нет. А вот когда 3,5-4, максимум примара 4 тысячи лей, я считаю, что это зарплата маленькая. Если он сработал хорошо, почему бы нет? Всех надо, не только примаров. Я считаю, что в любом коллективе везде, если человек сработал хорошо, почему? Не только примаров. И коллектив надо поощрять. Люди сработали хорошо, почему людей не поощрят? Я вам скажу, что если поощрят примары, тогда он стараться будет работать еще лучше. Человека надо заинтересовать. Если человек заинтересовал, конечно, он в следующий год постарается еще больше работать. Если ему дали один оклад или 3, 5, а если он сработает еще лучше, может, мы решим дать ему 10. За 2 года после местных всеобщих выборов есть уже основания, например, для будущего премирования примара? Например, скажем, Чаддерлунг или другого города? Во-первых, другой город я сейчас трогать не буду, потому что я не знаю, как другой город сработал. Там есть у них городской совет. Вот они пускай решают в своем городе. А вот как я советник уже второй созыв, тем более в нашем городе, я могу про наш город сказать, что пока я смысла не вижу нашего примара пока премировать. Давайте подождем полмесяца или месяц, когда следующая сессия будет, будет отчет примара. Вот тогда я могу еще раз конкретно сказать уже на цифры. Он отчитается, посмотрим наши доходы, остатки, как он сработал, сколько было привлечено инвестиций и так далее. Вот тогда более подробно. Но вот на сиюминутно я скажу, что я бы сказал, что нет.